Как в наилучшем свете представить богатую и разнообразную азербайджанскую кухню перед иностранными туристами? Этот вопрос стал главной темой научно-практической конференции, организованной Центром национальной кулинарии. Работа в этой сфере проводится в рамках принятой в Азербайджане стратегической дорожной карты по развитию туризма. Основными приоритетами названо развитие ресторанного бизнеса, а также создание более совершенной системы образования для поваров. Необходимость вызвана растущим притоком иностранных туристов в Азербайджан. Страна, в которую приезжает турист, это по исследованиям всемирных организаций, 80% запоминается только по ее кулинарии. У нас кулинария очень богата, у нас кулинария очень хорошо представлена.